И в завершении выпуска еще 6 недель зимы. Такое предсказание сегодня дал сурок Фил из Пенсильвании. 2 февраля в США и Канаде традиционно отмечается День сурка. Считается, что если в пасмурный день сурок не видит свои тени и спокойно выходит из норы, зима скоро закончится. Сегодня все произошло иначе. Фил вернулся к себе в нору. За церемонией наблюдали несколько сотен жителей города Панксатоне в Пенсильвании. Добавлю, что свои сурки-предсказатели есть и в других штатах, например, в Нью-Йорке сурок сегодня спрогнозировал быстрое наступление весны.